Тихо, тихо, мужик, успокойся. Ой-ой-ой, их двое. Ух ты. Ой, простите. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Радекс, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Всем здравствуйте. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня мы скачали очень классный пак на динозавров из игры Турок. Если опять кушаете, приятного аппетита, у нас сегодня обзор классных и гигантских динозавров. Погнали. Первый у нас Бэйби Раптор. Так, давайте посмотрим, как он мочит. Я, кстати, Турок проходил в детстве, это очень классная игруха. Так, он нормально вообще дамажит? Он, кстати, прыгает до... А, по 5 хп всего? Ну да, так как это у нас первый динозавр, он будет не очень мощный. Ну, такой. Ну что, давайте его мочить. Слабый. Слабый. Поехали дальше. Бэйби Рекс. Ого, Бэйби Рекс. А ну подожди, ну не убивай. Давай хоть посмотрим, как они мочат. Я так понял, что жизни у них мало. Наверное, у больших динозавров, которые здесь будут дальше внизу идти, они будут очень мощные, у них будет много жизни. А, кстати, этот уже более или менее дамажит. Кстати, тоже по 5 хп. Не, по 10. Понятно. Поехали дальше. Брачиозаурус. Если я неправильно прочитал, извините. Ого. Он, кстати, когда ходит, земля дрожит. А это травоядный, он дружелюбный. А ну, если чуть-чуть стрельнуть в него, он будет... Он дамажит вообще? Ну, он, по-моему, хвостом атакует вроде как. Хвостом? Ну, ничего не атакует. Ничего не происходит. Он там, кстати, в квартиру кому-то залез. Заглядывает, кто как живет там. А если он будет на меня наступит, будет жизни тратиться? Давайте проверим. Не, ничего не происходит. Блин, ну они очень крутые. В Грисмоде, конечно, есть офигенные моты. Это один из них. Потому что, ребята, смотрите, до конца ролик там будут просто гигантские динозавры. Просто большие. Давайте его мочить. Ого, у него жизни. А мы его убьем вообще, как вы думаете, или не убьем? А давайте шарон, АР-2. О, попал. Попадаю, нормально. Да у них жизни реально много. Ну, Дим, хочется все-таки юзнуть? Кого? Пистолет. Нет, админский пистолет нет, давайте просто их помочь. Админский пистолет это сильно просто. Мы его сейчас убьем. В любом случае мы его замочим. Много. Надо, наверное, помощнее брать что-то. Во, базука пошла. Кстати, кровь как в игре выступает, один в один. Мне кажется, надо РПГ брать точно. Это правильное решение будет. О, ну, нифига мы его убить не можем. А сколько уж у него жизней? А вот, наверное, умирает уже. Нет, не умирает. Возьми базуку, Дима, в паке М9. Я вам даю, ребята, разрешение брать любое оружие, кроме админского пистолета. Покажите, на что он способен. Нифига, да сколько уж у него жизни. Красная граната, кстати, должна очень хорошо дамажить, но нифига не происходит. Ничего вообще, ничего не происходит. Он пытается, наверное, убежать, но не может. Ну, давайте, сейчас мы его не убьем быстро, тогда придется админский пистолет. Радекс, готов админский пистолет? А я пока мне все-таки его, надеюсь, стрелами замочить. А не, я не могу монетку взять. А монетка, наверное, для админов. Да. Ну, давай, админский пистолет, попробуй в него жахнуть. Как он умирает, все-таки, знаете, хочется посмотреть, как... А он не умирает? А на левую кнопку мыши. На левую кнопку мыши, как стрелять обычно. Ну, тоже вот. Ничего. Давай монеткой. Ребята, он очень мощный. А мы его не убьем, получается? Может, он не умирает? Вообще просто он ходит по игре. Возможно. Хорошо. Время. Будем считать, что мы его убить не можем. Он бессмертный. Раз админский пистолет, ребята, не берет. 100% бессмертный. Так, Кавы Раптор. Ой-ой-ой, тут уже интересный, только не стреляйте сразу. Ой, этот хорошо уже. Ой, прям хорошо дамажит. А чё сразу я? Давай по пацанам. Хе-хе-хе, прикольно кусается. А ну выдержи то. Это он застрял. Блин, с одной стрелы умел.
умер. А арбалет много сносит. Динозаврус просто. Ой, этот вообще классный. Пошел. Оно сколько же отнимает. Смотрите, прям хорошо выносит. Кстати, вот я стрельнул стрелой, я его не убил с одного раза. Он меня замочил. А ну отойдите от него, я базукой жахну по нему. Нифига. Ничего не уберет его. Пацаны, мочите его, он меня же два раза убил. Тихо, тихо, успокойся, мужик. Все. Так, у него жизни, наверное, 400, может 500 даже. Так, Эхо-лодон. Маленький телевизрик. А что он будет делать? Давайте проверим. Знакомиться с нами. Анимации классно, да, сделаны? А он не бьет. Он не бьет? Извини, нет. Чувак, ты нам не интересен. Поехали дальше. Гиранотозаурус. Это гиранотозаур. Вот это уже мощный. А ну сколько же он отнимает жизней? Чуть нифига мне жизни. О, сразу, да, порвался? С одного раза ребята убивает. Ну понятно, что у него очень мощные челюсти. Конечно же, он будет мочить просто всех. Сразу выгребаем. Сразу. Эй, не попал, не попал по мне. Давайте его попробуем замочить. А, все. Гадрозаур. О, я знаю этих динозавров. А куда ты ушел? А, это паразауролов. Ты куда ушел, мужик? Стоять! Ой, не ту кнопку нажал. Блять. А чё, не дамажит? Не, это тоже добрый, да, наверное? Нет, он травоядный. А, травоядный, мочите его. Все, там Ладно. Тебе и место. Так, поехали дальше. Моно-ловозаурус. Блин, там такие сочетания букв. И тяжело читается. Надо назвать название всех динозавров знать. Так, сколько он отнимает? Ой, хорош, хорош. На, и в конце головы. У него прям комбо. Два раза кусает и башкой бьет. Неплохо, неплохо. Ой-ой-ой. Не умер. Стрелой. От РПГ не На. Умер. Хвостом ударил меня, ребята. РПГ он не выдержал. Следующий у нас. Питеролодон. О, давайте его только не убивайте сразу. Давайте посмотрим, как он вообще дамажит. Сколько он отнимает жизни. Где? Ой, меня дамажит. Нифига себе. Крылышками бьет. А, ну давайте его... Ох ты, блин, хотел его физганом повыше. Посмотрите, он высоко может летать или нет? А ну стоять. Ты вообще летать можешь высоко? Просто интересно. Нет. Вверх вот такой. Ну, если бы мы были на высоте, он бы дамажил нас. Он бы взлетал. На тебе. Красиво отлетел. Так, следующий у нас просто раптор. Уже идут очень опасные динозавры. Все мощнее и мощнее. Эй, не психуй, ты чё такой мощный? А ну давай, монтировка Гордона. Всё, прощай. Хороший был динозавр. Разорвинг. Ой, ты чё у нас такой уже? Ой, ты такого уже не помню такого. Только она снимает. Он далеко попадает. Ой-ой-ой. Одно хп оставило всего. О, спасибо, спасибо. По 50 хп отнимает, ребята. Да. На меня! Кислотой залупашил. Ой, красиво он разорвался. Прикольно. Ты его РПГшка, да, лупанул? Да. Так, поехали. Скараб. О! Это уже какие-то вымышленные, наверное, да, динозавры? Ну что, да. Такого что-то я не знаю. Уже раньше такие были. На меня. Так вот, там паук. Блин, ну ночью такого встретить, конечно, опасно будет. Так, поехали дальше. Starface T-Rex, короче. Ой-ой-ой, это уже опасный, ребята, динозавр. Он просто рвет. На. Ой, знаете, что я хочу сделать? Поставить машину и в нее сесть. Ай, блин. Долупашу. Не стреляйте, не стреляйте в него. Я хочу в машине быть. Что будет? Потому что я выживание сделаю на машинах с ним. Он машину не переворачивает? Блин, он меня убил, а машину не переворачивает. А не, он когда... Вон, смотрите. Ой-ой-ой, красиво откидывает машину. Есть такое. А я тут при чем? Да что ж ты дамажишь так мощно? Пошел, пошел, псих. Давайте его мочить. Посмотрим, на что он способен. Вот это он выдерживает мощные взрывы РПГшки. Все, убили, да? Да. 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 Прикольно, еще в конце что-то мучается. Так, поехали дальше.
Следующий у нас Солдербак. Ого, скорпион! Здоровенный скорпион просто! Хвостом дома. Он все равно отнимает жизни. Давайте проверим. О, 40 хп. По 10 хп отнимает. Ого! О, кстати, написано, что я отравлен. Да, у меня тоже. У него яд, короче, ребята, в хвосту, и он получается так, что вы со временем все равно умрете. А ну я сейчас отойду и посмотрим, будет у меня что-то. Так, ждем. Будет у меня жизнь? А, не, у меня наоборот назад пополняется жизнь, понял? Оно же противоядие вводится. Так, сплиттер раптор. Ой-ой-ой-ой-ой. Это уже опасненький. Плюющийся. Тоже меня отравил. Какой-то агрессивный очень. Ай! Ой-ай! О-о-о! Нормально, ребята, у них прям камбухи целые. Динозавры тренируются в зале, чтобы прописывать. А все, успокойся. А ну давай, я с тобой подерусь. На, монтировка сильная вещь. Так, остался у нас Тирекс и Ватер Бист. Это, наверное, самый гигантский. Поехали, Тирекс. Ой, какой он здоровый. Ух ты, угадал, я аж отлетел. Это псих он. Нифига себе он мощный. На, сразу. Тихо. Я на него залез, понятно. Ты что, была бы на нем кататься? А ну я понажимаю. Не, нельзя на нем кататься, было бы эпично. Да смотри, леща прописал просто и все. Где мое РПГ? На, прямое попадание. Живой еще. Живой. Патроны кончились. А, все. Да, он умер. Так, и последний у нас Ватер Пит. О, это здоровая. Нифига себе, пол карты занимает. Это получается, оно должно рассчитано быть, что оно в воде. Давайте мы его в воде и поставим. Чтобы было прям, знаете, антуражненько. Во! Офигеть, прям отражение все сделано. Ах ты! Тихо! Оно достанет меня ждать отсюда или нет? Ух да. Ты! Нифига себе, на 20-30 метров может дамажить. Классно, классно именно. Как с виду большая рыба просто, когда он не вылазит. Тихо, тихо! Ага, он на месте стоит. Аж вода вспенилась от него. Какой крутой он. Тихо, тихо, тихо! Ненормальный какой-то. Кстати, его замочу, наверное, под воду просто залезет и все. Это, я так понимаю, боссы должны быть. Тирекс, да, это как боссы идут в игре. Сейчас мы поставим, мы сейчас убьем этого монстра, я поставлю много тирексов, и мы повоюем ими. Сначала его убить надо. Он чуть нифига не убивается. Он, походу, неубиваемый как-то тирекс. Убивается. Где моя монетка? Смотри. Даже исчез просто. Да, так, ну что, готовьте, запасайтесь оружием. Сейчас я отключил искусственный интеллект и наставляю динозавров. Мы будем с ними воевать. Так, чтобы они друг в друге не застревали. Как вы думаете, сколько штук поставить? Штук 30-40. Ты что? Не, давай хотя бы так для начала посмотрим, что будет. Я за тоже оружие, ребята, возьму. Пушки из Грэндвича можно изводить? Ну давай, давай. Только мне кажется, ты их быстро убьешь. Давай без пушек все-таки. Вот ты сейчас их просто понагибаешь всех и все. Так, а я себе... Я базуки себе возьму, побольше базук. Так, у меня 55 ракет. Ну что, вы готовы? Все, да. Атака пошла! Мощь! А че они не идут к нам? Во, ожили! Идут. А, сразу убил, зря себе такой базуки выдавал. Эй, успокойся, мужик! Ой-ой-ой, все горит, одного сразу замочили. Так, сюда бежим. Промахнулся. Кстати, их можно обманывать, это хорошо. Ай, за мной. А он не может пройти сюда, представляете? Да, он не может зайти в помещение. И достает меня, видите? Давайте мне. Как прям рядом, ничего делать не может. Сейчас мы его по зубам надаем. Ух ты, красавчик. Давайте сюда. Где мои гранатки? Пошла граната. Прям в голову прямую эти выстрелы выдерживает. Смотрите, какая там толстая кожа, просто. Ого, граната отскочила. И
тихо, тихо, мужик, успокойся. Ой-ой-ой, их двое. Ух ты. Ой, простите. Вот это у них зубы мощные, просто гигантские. Так, и последний тест, сейчас я исключу искусственный интеллект. Ребята, последний тест, проверка, как они выдерживают мощные бомбы. Так, и еще там поставим. Сейчас по центру я прям красиво скину им мощную бомбу. Но она не прям, это не ядерная бомба, это обычная бомба, но она реально мощная. Все, смотрим. Три бомбочки. Я отлетаю, смотрим. 3, 2, 1, 0. Взрыв. Взрыв. Нету взрыва. Сейчас мы их активируем. Во, пошло. Ой-ой-ой. Они живые? Хорошо. Да. Я так понял, что она только с Гринвича. Давайте другие бомбочки сбросим. Получается, эти мощные бомбы не выдержат. А если сейчас это их бомба не убьет? Ой. Некоторые, я думаю, еще попадают. Летят, 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 бомбы. Красиво. Всех положили. И себя тоже. Вот это мощь. Классный пак, мне очень понравился. Мы с ними запишем, ребята, выживание на машинах. Будем убегать от динозавров. Мне кажется, это будет эпично. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. И всем пока. Это слава. Это сейчас.